знаменитая башня Батумская, на которой все буквы грузинского алфавита. Дальше вот это тоже новое здание. И это отель Radisson Blue. Там начинается Луна Парк. А здесь набережная. По эту сторону магазины и рестораны. По эту сторону вот такие небольшие. Можно арендовать велосипеды и электрокары. Мы сейчас тоже возьмем электрокар на прокат. Это велосипеды, грузы здесь. И сейчас вам еще покажу одно место, откуда раз в неделю дают бесплатную чачу. Чача — это грузинское вино. Вот, вот такое вот место. Маяк. Ну, типа маяк такой, часы. Вот с этого места раз в неделю 15 минут дают бесплатную чачу. Но еще и никто из моих знакомых эту чачу не получилось у них вообще. Это, ну, то есть непонятно, когда они выдают. Они никогда не пишут время, когда будет это бесплатный выбор с чачи. Это, в общем, как кому повезет. Вот. Не знаю, мне кажется, что это замануха, потому что еще никому не попадалась эта чача. Ну, может, просто, так скажем, на удачу. Вот здесь Луна Парк. А еще мы выиграли игрушку в тире. Сейчас вам покажу. Вот такую игрушку мы выиграли в тире. Если вы 9 из 10 попадаете, то дают игрушку. Я вот такую выбрала. В самолете спать. Аренда вот таких. Тут, кстати, их нету. Аренда велосипедов, по-моему, очень дешевая. Электрокаров аренда всего лишь 12-13 долларов в час. Вот такие национальные всякие штучки продают. Шляпы. Вот этот. Сок, кстати, здесь дорогой. 2,5 доллара. Маленький стаканчик. Вот такие электрокары. 30 лари в час. Набережная, порт уже. У нас тут болельщик идет какой-то. Не знаю. Хотя вроде бы. Не знаю, может, сегодня какая-то игра с Мюнхеном. Не знаю. Но навряд ли. Почему он ходит в этом полотенце, непонятно. Наверное, просто купил полотенце. Дерево магнолия, как здесь написано. Посадил в 1890 году великий армянин, выдающийся художник Иван Айвазовский. Далее вот такая вот старинная церковь. Это у нас армянская апостольская церковь. Смотрите, такая старая-старая. Очень красиво смотрится.
вон там вот цветы магнолии, прям видны большие такие белые. Очень красивое дерево. Это уже закрыто. Дети играют прямо возле церкви. Мячик для них это нормально. Пришла в грузинский ресторан. Сейчас будем есть кимпали, хачапури. Магазинчик с дегустацией вина. Здесь есть компоты вот с этой стороны. С этой стороны вино. Очень, кстати, классный магазин. Можете продегустировать и купить. Так вот он называется. KTV Wine Shop. Вот, так что вам ориентир в Батуми. Самый классный магазин с классными самыми ценами. И можно продегустировать и купить. Я тут покупаю шампанское. Есть такой небольшой парк. Здесь, кстати, бутылочка вина. Вот такая. А здесь еще мы берем кофе. Смотрите, какая здесь бутылочка красивенькая. Дегустация видна. У Шератона отеля вот такой красивый фонтанчик. Сам Шератон отель. Один из самых дорогих отелей. И самый первый, самый дорогой отель в Батуми. Сейчас он уже староват, поэтому сейчас уже получше, конечно, с Хилтон и Рэдисон. Но Шератон тоже очень классный. Сюда приезжают люди для того, чтобы играть в казино, останавливаться здесь.